Всем привет, ребят. Ну что, попробуем сегодня дальше попроходить шестые кошмарки. Состав у нас такой вот будет. В принципе, ничего особо не поменялось. Проходим гарнизоном. Вот все практически десятки, кроме снайпера. Точнее, двенадцатки. Попробуем сегодня пару подземочек протащить. Так, берем свою магию с собой. Я не помню там по тотемам, что у нас. Вот сейчас определимся. Так. Шестая. 6-5. Так, что тут у нас? Ну, попробуем сейчас снизу отсюда забежать через душегуба. И с бочки стартуем, так как бочка у нас будет танком. Оттягиваем щит. Вот видите, не успел. И меня слили автопрокеры. Так. Ну, пробуем еще разок. Так, заморозили. Поехали, начиная с бочки. Ну, вроде как бы успел. Сейчас посмотрим. Сможем ли мы затащить хотя бы на чуть-чуть? 20%. Ну, такое себе. Гарпии нам мешают. Попробуем сейчас стековки стартануть. Может, так получится у нас набрать больше процентов. Так, смотрим. Не, видите, не продвигаемся пока. Ну, давай. Так, тыкву слили. К сожалению, тыкву слили. 45% осталась бочка. Но бочка тут, конечно, без отхила. Поэтому вряд ли не успеет. Нет, 45%. Хорошо. Давайте попробуем гильдейскую. Не, не будем гильдейскую, мы без магии проходим гильдейской. Так, попробуем сейчас с другой стороны пройти. Юнитов пока не буду брать. Попробуем сверху затащить, через гарпий побежать. Так, раз, два. Так, душек там у нас не попал. Ну ладно, попробуем. Попробуем взять тут разгон. Так, что у нас? Да, тотемы, как видите, все-таки дают свою. 26% там и тотем с черепом есть. Не хватает урона. Размечтался я пару подземок пройти. Тут одну не можем хотя бы на две звезды затащить. Пробуем еще разок снизу. Так, ну разгон, как видите, не можем нормально толком разгон набрать. Вот он разгон, вот оно. Ну, 49. Тыковки у нас нет, но зато у нас есть куча отхила. За счет смотрителя. Ну, в принципе, смотрим. Все загрены на бочку. Также у нас есть ледяха. В принципе, нам этого должно хватить. Единственное, тотемы. 52%. Ну, как видите, герои не особо там проседают, гарнизонные. Так, у нас осталось мало башенок. В принципе, меня это все устраивает. Ну, ждем 2 минуты. Будет ли 3 звезды?
Конечно, могут быть пакостные тотемы, такие как медуза, например, наверху. Ну, нам самое главное тут сейчас, чтобы ледяха до стрелковых вот этих добрался в центре. Мы должны затащить. Ну, не знаю, не знаю, под вопросом. Как видите, тут уже у зданий побольше. Ну, хотя, в принципе, у нас есть и Феникс. 1 минута осталось, 72%. Думаю, должны самое главное стрелковое сейчас убить. А там уже нам поможет ледяха. Ну, таблетки, конечно, таблетки тоже, наверное, даже не успеем. Ну, смотрим. 43. Да, не успеваем. Еще и тотем медузы, варлока. Ну, да, была бы тыковка, было бы все попроще. Пару секунд и все бы снеслось. Так, 17 секунд. Нет, не успеваем, к сожалению, наверное. 14. Да, как видите, чуть-чуть нам не хватило, но это такое, это надо просто удачный заходик, будет 90%, да, 90% есть. Самое главное, что мы, в принципе, эту подземочку затащили. Поехали, 6-6. Хочу уже поскорее 7-е начаться снимать. Так, ну попробуем. Давайте попробуем с тыковки стартануть. Тут, конечно, тотемов дофига. Я не знаю, что мы тут сейчас сможем сделать. Автопрокеров тоже много. Я не знаю даже, или сможем мы тут 50% набрать. Как видите, просто у нас 6% и нифига. Вообще злобно. Давайте тут попробуем юнитов набрать. Хотя бы в одну казарму. Так. Не помню, что тут по тотему. Вроде тут ничего не менялось. Единственное, что мы сейчас можем слиться на разрухе. А может и нет. Ну, пробуем. 27, 29, 30. К сожалению, дальше пока не получится. 33, блин, можно было, в принципе, зачем я выходил. Ладно. Делаем перезаходик. Как видите, тритонище тащит с ледяхой. Так, это мы уже прошли. Пробуем еще разок. Заблочили щит. Начиная с бочки. Выкидываем. Правда, я опять юнитов не взял. Без юнитов тут печалька. Хотя, в принципе, если тритон сейчас будет нормально, не видите. Чуть-чуть не хватает. Так, ну там ара. Бочка там сама ничего не сделает. Постарался немножко щит оттянуть, может это поможет. Хотя думаю, вряд ли, но если будет хороший разгон и смотритель удачно зайдет, но это не точно.
Как видите, вроде и замедлили, а никому без здания. Так, пробуем еще разок. Ну, с тыковки стартовать не вариант. Ее сольют быстро. Только единственное, ради разгона. Давайте попробуем такой вариант. Стартанем с тыквы. Мне что-то вообще... Что-то очень медленно получилось у нас. Странно. Давайте попробуем такой вариант. Соберем их всех. Попробуем разогнаться тут. Но нет, тут тоже не получается. Видите, не хватает у нас немножко разгона. Хотя очень странно. Должны жестко разгоняться. Ну. И чё? 22%. Эх. Бочка. Чё, бочка соло сейчас будет тащить подземку? Конечно, думаю, героев сейчас бочка убьет. Но дальше уже вариантов не особо будет. Не. Все-таки не успеем, наверное, пока. Или реснет смотритель. Ну, смотритель, давай, ресну. Видите, железная воля вроде есть, но все равно. Тут уже жизни побольше тотемов, куча они останавливают просто героев. Так, ну что, пробуем еще разок. Так, отлично, разгон мы получили. 27, 28, 31, 35, 37, 41, 43. Ну! Красавчики, 49. Блин, там череп. Череп против бочки. Смотрите, центр показываю вам черепа. Череп против бочки. Это просто жесть, ребят. Не, к сожалению, он бочку убил. Ну, 51% у нас есть. Так, а где моя тыковка? Че она стоит? Вот оно, вот. Черепа. Ах ты, блин. Ну, тыква, ну. Это жесть, ребят. На 3 звезды даже затащил, не думал. Ну, еще не затащил на 3 звезды. Посмотрите, что с тыковкой делается. Так, ну вроде должна затащить. Тут у нас не особо много. Так, все, разгон есть. Думаю, тут сейчас на разгоне затащат. Вот так вот. 6-5-6-6 на 3 звезды. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, ставьте лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.